ребят, всем привет! Сегодня у меня будет нестандартное видео тем, что сегодня у нас не коп, никакие там ни подделки, ни опыты, ни эксперименты. Хочу просто сегодня поделиться с вами тем моментом, как нужно правильно упаковывать свои посылки. То есть некоторые комрады делятся своими находками, отправляют, а также многие комрады продают. И сегодня я хочу запечатлеть тот момент, как нужно правильно запаковать и отправить по почте монетки или же какие-то находки. Ну, в принципе, сейчас я вам покажу, что для этого нужно. Обычный домашний набор инструментов, который для этого нужно. Практически никаких затрат, так что смотрим. Ну, отправлять, ребята, будем вот такие вот монетки моим победителям в розыгрыше. Вот такие вот зачетные, хорошего сохранчика. Пятачки будут у нас отправлены нескольким победителям. А также серебряные монетки. Я вот начал уже это дело. И думаю, дай-ка я запечатлю это, как все это нужно делать. Понадобится обычный скотч, картон. Желательно, конечно, потолще. Я взял тонкий, но потолще лучше. Линейка, ножницы, ручка и резак. Все это будет у меня упаковываться вот в такие вот целлофановые конверты. Вот. И по размеру мы, в принципе, вырезали картонку и будем сюда вставлять. Так что сейчас все подробно расскажу и покажу. Ну и все, ребята, элементарно. Берем картон по размеру нашего посылочного конверта. Делаем вот такой вот шаблон. У меня их будет 4 штуки. 4 победителя по списку. Это Милая получит свою монетку размером с 1 копеечку. Потом Янис Калле из Латвии получит. А потом Михаил Б получит 2 монетки. И победитель, которому я сейчас готовлю, это Славик Славиков. Он победил у меня в розыгрыше серебряных монет. Вот они лежат. 10, 15, 20 копеек и полтинник молотобоец. А также он получит 2 пятачка. Что для этого нужно? Берем наш шаблон, вырезаем по размеру наших монет. То есть так отчерчиваем монету. И при помощи резака просто вырезаем, как здесь вот я уже сделал наглядно. Для того, чтобы поместить в этот проем нашей монетки. Получается, в принципе, добротно. Вот так вот, зачетно. Что следующее? Получается у нас вот такие вот вырезанные фрагменты. Их мы вдавливаем, потому что имеет вот гофра такая, знаете, имеет гофрированную. И эту гофру мы вдавливаем. Для того, чтобы меньше было размер, потому что монету вложили, и объем у нас в вырезанном фрагменте уменьшился. И вот таким вот способом затем накрываем и потом скотчем обклеиваем. Со вторым тоже делаем так же. Вдавливаем. И накрываем. Получилось вот так вот у нас с 2 монетками. Что мы сейчас будем делать? Это дальше еще будем вырезать наши области, которые я сделал уже, карандашом обчертил. И сейчас при помощи резака просто буду напросто их вырезать. Думаю, видео будет коротеньким. Это я делаю для тех, кто иногда просто думает, как же отправлять свои монетки. Много сейчас аукционов происходит по продаже монет. Многие, возможно, спрашивают, интересуются, как осуществлять отправку. Ну, я вам наглядно сейчас показываю. We'll be right back.
теперь берем скотч. В принципе, уже готово. Для уверенности я сейчас еще все это вот так вот обмотаю скотчем. Для чего картонка предназначена? Для того, чтобы в конверте монеты не гремели. Эта посылка у нас поедет в далекий, в Северную Осетию, Славику, который у нас стал победителем непосредственно лота номер 2 серебряных монет, а также получает бонусы 2 пятачка. Итак, ребят, заклеил я вот эту вот поверхность и подложил подложки, которые у нас врезались, чтобы на монетах не оставались клеевые поверхности. Монетки я не консервировал специально для того, чтобы человек, кто получит монеты, с ними будет делать все, что захочет. Если ему не понравится моя патина, он ее снимет и сделает ее по-новому. И после этого он законсервирует. Так что вот так вот. Серебро и медь у меня консервацию не проходили. Ну а теперь основная часть сделана. Теперь мы просто вот так вот накрываем и скотчем обматываем. На этом посылка будет готова. Ну и следующее, ребят, тоже таким же образом вырезаем, вставляем, обклеиваем скотчем. И вторая посылочка у нас будет готова. Эту посылку у нас получает Михаил Б. Она поедет у нас недалеко, Московскую область. С такими, конечно, посылками проблем нет. А вот следующее — это Янис Калле. Он у нас из Латвии. Пойдет, в принципе, далековато. Но что ж поделать, победитель есть победитель. Отправляем и в зарубежье. И для уверенности накладываем вторую. И отправляем. Так, ребят, подготовил я вот такие вот 4 посылочки. Пойдет у нас Янису Калле, Михаилу Б, потом пойдет Вячеславу и Милой. Так что вот такие вот у нас 4 посылочки. Сейчас закладываю в конверты и на почте. Ну вот, ребят, подготовил я 4, заупаковал, подписал, все согласно присланному мне адресу, даже отправил Янису Калле в Латвию. Надеюсь, она у нас дойдет. Сейчас я отправляюсь на почту, но, наверное, там снимать не буду мероприятие, как отправляю. Так что вот так вот, всем подарки отправил. Те, кто заслужил, те, кто у нас победил. Ну и все, сейчас прощаюсь. Итак, ребят, на этом я и закончу свою подготовку отправки посылок. Так что думаю, если кого-то заинтересует такая тема, будет пользоваться. Так что вот таким вот способом я отправляю свои посылочки своим подписчикам, кто у нас этого желает. А желают зачастую многое, но, к сожалению, не каждый получает такую возможность победить у нас в розыгрыш, получить какой-то бонус, подарок. Сегодня у нас 4 человека получили бонусные, а также один человек получил у нас непосредственно приз, который мы недавно разыгрывали на стриме. Так что, если кому-то интересно, можете пользоваться, все работает, так что все у нас хорошо. Ну, на этом и все. Пока, до новых встреч.